Вот, значит, фотография с паспорта объекта строительства новой набережной. Кто не видел, вот может поставить на стоп, как бы, и потихонечку почитать. Окончание строительства март 2026 года. Вот это вот самый главный вопрос. Это все надолго, скажем так. Вот это делают выпускной коллектор новый. Старый вот тот, вот, наверное, который торчит, снесут, наверное. Тут будет набережная проходить. Сегодня воскресенье, и тут настройки, скажем так, что тихо. Выходной день, люди тоже должны отдыхать. Вот интересный момент. Неделю назад его не было. Прорубили такую нижнюю часть, видимо, набережной. Вот тут она будет проходить. Высота, наверное, метров 4-5, не знаю. Срезали скалу. Ну, там дальше Горгаз. Туда они и будут двигаться, наверное, в ту сторону. Даже как-то тут страшно стоять на этом месте. Такой глубокий срез сделали. В идеале, конечно, чтобы сделали какую-то башню и спуск к морю прямо на лифте. Это в идеале. Но не знаю, что у наших властей на уме вообще. Вот люди отступили уже и сделали себе такие заборы, кого снесли здесь. Вот такая будет ширина набережной, метров 15, наверное, на взгляд. Ну а тут пока еще не копали ничего, но скоро начнут и в этом месте.